И вот мы начинаем наш поход на каяках по Северскому Донцу от Мохнача до Черкасского Бишкина. Все погрузились уже, наши каяки. Смотрите, вы повторяетесь полностью за первым. Тот, кто первый гребет, он дает... Потому что вы так веслами драться не будете. Ну, вот такое у нас начало. Против течения люди гребут. Заморачивайся. Поснимай их еще, смотри. Пока они еще в процессе обучения. Потом они будут пассы. А сейчас они еще будут коротенькие. Еще давай. Может, один мальчик у них. Упаковываем последний каяк. Так, мы гребли. Первая стоянка у нас на обед. Пляжик небольшой. Насобирали дров. Готовится еда. Кухня? Подождите, это я сейчас мотик попудрим. Ой! Это видео. Это видео. Это видео, так что можно не смотреть. Вот туда мы пойдем дальше. Вот такой у нас поход на каяках. Леночка гребет. Лена, поверни голову. Северский Донец. Красотища, тишина. 8 утра. Лесик, тебе нравится? Очень. Палатка только не нравится. Приближай, быстрее. Я не вижу где. Вот она, она зашла в воду. В этом, вот она, нарязки, видишь? Да, да, вижу нарязки. Ну, а вот она затаилась, да, видишь? Да, я вижу, я вижу. Пошли, пошли от нее уже. Чего? Ну, чтобы мы ее не беспокоили. Она и так нам дала фору. Я хотел к ней подходить. Не надо. Чего? Не надо, он малышонок. Вот она уходит. Угу, да. Все, уходим. Кужонок. Ой. Не надо. Мы остановились возле Змеевских круч, вот там они, наверху. Красивый Донец. Большой пляжик, мы здесь решили искупаться. Девочки позагорать. В общем, не спеша и со вкусом. Что ты мостишься? Ага. Ну и как получается? Ну, когда так получается. Там впереди телескоп.
Отойди немножко, сейчас мы попросим немножко. Сломалась. Все нормально? Сломалась. Нога, главное, чтобы нормально. Его ищем по... Я снимаю, Руся. Вот так мы развлекаемся на пикнике. Готовится обед. Угу, кофеёк. Смотри, он сейчас просто дальше уйдет. Супчик варится. Супчик варится. Наши лодочки. Ну посмотрите, они где-то подсюда. Поехали. Вы нас снимаете или да. Ну вы же себя на видео больше не увидите нигде. А так раз и все. Первая пошли. Вторая команда пошла. Прям одинаковые веслами. Ты смотри, какие синхронные стали на третий день. Олимпийцы. Да, так что-то третья команда. Кто же победит, молодость или опыт? Абы как. Ну, уже получше. Аккуратнее мы на них едем. Четвертая команда. Молодцы! Кто же победит, молодость или опыт? А у нас все вместе. И вот наш... Улыбаемся, улыбаемся. Гид. Машем ручкой. Гид, или как они называются? Не гид, все забываю. Инструктор. Отлично. Паша, не знаю, получится нас двоих с тобой. Это я, это Паша.